На скамью подсудимых сядет хозяйка сети борделей и 5 ее помощников. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об организации и вовлечении в занятия проституцией. Быстрее открывай! Ну-ка! Да я ложусь. Руки! Да пожалуйста! Чисто! Как выяснили следователи МВД, нелегальный бизнес организовала 50-летняя жительница Заельцовского района. Для путан она сняла квартиру, в которой не только жили девушки, но и ежедневно собирались администраторы и водители. Услуги клиентам жрицы любви оказывали в отелях, гостиничных и банных комплексах, а также у заказчиков на дому. В августе прошлого года группу вывели на чистую воду, изъяли в арендованном жилье контрацептивы, секс-игрушки, а также визитные карточки. Но даже оказавшись в поле зрения правоохранителей, жрицы любви не остановили конвейер. Работу продолжили. Несмотря на это, в сентябре 2023 года лидер и две сотрудницы в возрасте 26 и 27 лет вновь организовали преступную деятельность, направленную на организацию занятия проституцией другими лицами. Однако 5 октября 2023 года деятельность участников организованной преступной группы была пресечена. В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще 5 фигурантов находятся под подпиской о невыезде.